Нет, это понятно, а экспертиза стоит денег, это естественно. Ну, минимум 100 тысяч. Минимум 100 тысяч, да. Ну, а по-другому как? Ведь говорить о том, что сейчас что нужно делать, в первую очередь, вы не можете. Конечно. Ну, нет, здесь имеется в виду, опять-таки, если мы говорим о инструментальном обследовании, оно проводится для того, чтобы выявить, есть элемент аварийности в здании или нет. Именно элемент аварийности. Конечно, уже не говоря о каких-то капитальных ремонтах, потому что вот вам надо, да, сделать там систему канализации или водоотведения, да, либо отопления. То есть об этом речи не идет. Я понимаю, но если у вас нет инструментальной проверки, вот, допустим, состояния силовой конструкции, на данный момент вы не можете сказать, сегодня обеспечивается безопасность учебного процесса школьников? Вот вы можете сказать, обеспечивается или нет? Каким документом сегодня, после катастрофы в Беляевской школе, есть уверенность в том, что, значит, при нахождении, скажем так, вот под этой крышей, значит, при постоянных протечках по силовым конструкциям обеспечивается безопасность. Каким документом можно было увидеть, что это гарантировано? Ну, на сегодняшний день, если так говорить, да, то у нас 37 школ, 35 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. Если делать то, о чем говорите вы, то есть все вот эти 59 учреждений, они должны подвергнуты быть инструментальному обследованию, чтобы по каждому учреждению сказать, да, мы у нас элемент аварийности нет ни по одному учреждению. То есть если брать даже по минимуму, уже получается в районе 6 миллионов. Но ведь когда происходит катастрофа и гибнут дети, с чего начинается все? И кого ставят как бы к ответу? Ставят к ответу в первую очередь директорскую. Первый как это делает у нас того судьи, не начальника отдела образования. Ну, она получила там уголовную ответственность, как учредитель, да. Не главу, понятно. Директора школы. Потому что надо было доказать перед следователем, что эти вопросы по проведению ремонта письменно ставились, и есть соответствующие письма и, значит, ответы должностных лиц администрации, как, допустим, было это там. На сегодняшний день государство не предусмотрено, потому что все учреждения проводят инструментальное обследование. То есть у нас есть акт визуального обследования, когда входит представитель администрации. Но вы проводили? Да, визуально. Визуально? Да. У вас есть такое? То есть вы создали комиссию или документ, администрация. Этим документом, как бы сказать, вы в главном исследовании определили, что нарушение силовой конструкции. Все.